Полицейские провели рейд во Фрунзенском районе. В отделе полиции номер 4 ОМВД России по городу Владивостоку состоялось оперативно-профилактическое мероприятие. Были задействованы дополнительные наряды. Руководители поставили личному составу полиции задачи, нацеленные на обеспечение общественного порядка, профилактику повторной и рецидивной преступности, проверку лиц, состоящих на учете, и выявление нарушений в сфере торговли. Кроме того, наряды полицейских были ориентированы на розыск граждан, пропавших без вести, подозреваемых в совершении преступлений и похищенных автотранспортных средств. В ходе рейда было составлено 11 административных протоколов за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство, употребление алкоголя в запрещенных местах. В отдел полиции был также доставлен гражданин, подозреваемый в совершении грабежа.